Говоря о побочных эффектах витаминов и о том, что некоторые даже умирают, перебрав витаминов. Надо умереть. Надо. Есть целый ряд исследований, которые показывают, что, например, витаминно-минеральные комплексы, прием витаминов дополнительно не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Есть материалы, которые показывают связь с повышением срока жизни, то есть выживаемости и снижение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но все эти материалы сложно подвести под отдельный вывод, потому что даже в разных странах витамины отличаются даже по тому же самому витамину С. То есть разные регламенты, разные дозировки, разное возможное содержание в одной добавке конкретного витамина. На американском рынке, где использование витаминов – это часть wellness жизни, антиэйджинга и все такое, данные годового отчета американского токсикологического центра указывают на то, что не было зафиксированных случаев смерти от витаминов. Стоит задуматься. Данные есть, заходите, смотрите эти отчеты, они открыты. Поэтому, когда вы слышите о том, что по отчетам люди бесконечно умирают от витаминно-минеральных комплексов, я рекомендую посмотреть оригинал, а что же там внутри, какие-то цифры. Может быть, люди, что вам об этом рассказывают, немножечко ошиблись, либо выставляют отдельные случаи смерти от передозировки либо отравления. Ведь такие истории можно рассказать вообще про все. Про телефоны мобильные, которые взрываются. Мобильники взрываются иногда, такое случается. Значит ли это, что мобильные опасны и вредны? Это слишком много, это вредно. Слишком много чего угодно, это вредно для здоровья. Придурок вы этакий. Слишком много воды тоже вредно. Слишком много, это и есть. Обозначение количества большего, чем необходимо и полезно. Друзья, всем привет. На связи Борис. Вы находитесь на втором канале, который называется «Научный подход». Здесь мы собираем выдержки по самым главным темам из основных видео. Если хотите найти основное видео, переходите по ссылке в описании. Там есть основное видео. И ссылочки на источники есть также в описании под основным видео. На втором канале мы публикуем бэкстейджи. Здесь также публикуются мои различные эфиры, прямые трансляции, телепередачи, интервью. Здесь также есть материалы, которые не входят в основные ролики, для более подробного и глубокого изучения. Также мы с командой активно трудимся над переводами интересных видео, научной тематики и не только. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте комментарии. Это помогает развиваться каналу. И, кстати, если вы подписаны на второй канал, то для вас есть промокод на скидку на нашу продукцию, которую мы выпускаем. И специально для вас, как для самых любознательных зрителей, промокод дает чуть больше процент, чем с основного канала. Также рекомендую подписаться на все наши соцсети и ресурсы, и вы можете получать контент в удобном для вас формате. Все ссылочки также есть в описании к видео. Спасибо, друзья, и до скорых встреч!